Между тем, еще на свободе остается грабитель в Новоуральске. Из кассы местного магазина неизвестный похитил 32 тысячи рублей. Преступление попало в объективы камер видеонаблюдения. ЧП произошло на улице Победы. Мужчина, натянув на глаза шапку и уткнувшись в воротник кофты, ворвался в помещение магазина. Тут все могло и закончиться. Кассира на месте не оказалось. Незадачливый грабитель несколько минут прождал у прилавка, отгоняя газовым пистолетом покупателей. Но в итоге женщина пришла и попала на мушку. Испугавшись, она отдала преступнику 32 тысячи рублей. В ответ он выстрелил и скрылся. Сейчас его разыскивает полиция. Следователи изучают записи с камер, ищут улики и опрашивают очевидцев. Ближе к 10 вечера за сигаретами пошел в магазин. В магазин на меня оставляют пистолет. Мужчина весь в черном, в маске или шарфом закутанный. Все, говорит, выйди из магазина. Вышел из магазина, подошел метров на 5-10, начал звонить 02.